Момент взрыва, у меня пиджак вообще был, он меня, в принципе, можно сказать, спас. Если бы не пиджак, у меня вся спина бы обгорела, руки бы полностью. А так только вот кисти слегка. Спасая людей из пожара, пострадал сам Александр Гнеушев, курсант Академии ФСИН, учится на факультете организации режима и надзора. На время летнего отпуска уехал домой в Орел. Там пошел гулять с друзьями и услышал взрыв многоэтажки. Не раздумывая, кинулся в подъезд, стал звонить в квартиру, чтобы спасти жителей из огненного плена. Как мне сказали, что у нее с ногами проблема, и она не может самостоятельно передвигаться. Тогда я забежал к ним в квартиру, взял эту бабушку, потом ее вывел в подъезд. Мы ее вынесли на улицу, все там на лавке ее посадили. После этого он снова вернулся в подъезд. Тогда-то и прозвучал второй взрыв. Александру обожгло руки и голову. Он 1,5 недели провел в больнице. Лечение прошло успешно, кожа на руках восстановится, сказали врачи. В родном вузе он теперь знаменитость. Действия, наверное, Александра следует всячески поддержать и оценить как, наверное, геройский поступок с его стороны. За спасение человека Александр получит не только благодарность. Главное управление МЧС по Орловской области направило материалы для награждения его медалью за отвагу на пожаре. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».